Здравствуйте, на узоре перфоратор Bosch. Леночка, я рад вас видеть. Скоро буду все забирать. Визуальное состояние такое. Зарядка работает. Вот, уже. Павел, давайте заснимемся. Давайте заснимемся. Пику держит отлично. Долбим. Сначала сверлим. Тихо. Нам кафель еще нужен. Пашенька, да, сейчас. Это одна херня или нет? Долбит отлично. О, тут еще что-то есть. Все, нормально все нормально, да? Да. Это получается мягкий пуск какой-то. Теперь стопроцентная тема. Всё. Так, реверс. Работает. Щетки нигде не искрят. Зарядник тоже работает. Кулера включенные. Сейчас затестим второй аккумулятор. Ставим второй на зарядку. Дата производства, правда, не указана. 2019 года. Где-то вижу. А, все, вижу. Пардон. Второй аккумулятор заряжается. Второй аккумулятор работает. Все полностью функционирует. Также идет в комплекте кейс. Красивый, чистый и переходник.